у вас во время онлайн-курса есть возможность порефлексировать, поразмыслить, да, то есть такой более немного длительный процесс. А что у нас входит в наш курс? Да, он, вот как я сказала, у нас 5 недель и состоит из 5 таких модулей. А вообще основа его, он основывается на 3 таких больших, таких кита, можно сказать, да, это вот сфера материального, материальная сфера, социальная сфера и духовная сфера. Но прежде чем приступать к ним, мы начинаем с такого более глубокого погружения, именно изучения себя, более глубокого познания. Что мы именно в первом модуле проходим, да? Вообще для человека очень важно обрести внутреннюю целостность, внутреннюю гармоничность. То есть когда нету никакого внутреннего конфликта, да, с самим собой, и вот на первом, а также на втором модуле мы потихоньку вот идем вглубь себя и потихоньку вот себя вот, знаете, вот, собираем, можно сказать, такое, делаем целостную личность, гармоничную личность. Во втором модуле мы немножко погрузимся в то, что определяем именно критерии успеха. Да? Здесь мы успех подразумеваем не только то, что вот, может быть, человек финансово успешен, нет. То есть мы здесь успех рассматриваем с различных точек зрения. Да? И именно для каждого человека мы определяем, то есть каждый человек сам для себя определяет свои критерии успеха, именно свои личные, да, не навязанные ни обществом, ни окружением, да, а именно свои критерии успеха. И уже после мы более глубже погружаемся в эти 3 сферы, то есть вот в материальную сферу, да, где мы рассматриваем финансовую сферу, да, ну, это как базовую такую. Также, возможно, вы слышали вот про проект изобилия Владимира Васильевича, вот на его тренинге тоже вот в живом формате проводят. Мы здесь его также адаптировали, также будем создавать такой проект изобилия, а также мы будем рассматривать здесь еще другие факторы именно материального успеха, да, это, конечно же, про тело, пространство, да, и другие такие вещи. В четвертом модуле, вот, посвященный «Я социальная», мы рассматриваем взаимоотношения человека в различных сферах, именно в социальном. Что это значит, да? То есть и это и профессиональная реализация обязательно, да, это и личностные взаимоотношения, это и вот как сегодняшняя наша тема, да, обязательно парные взаимоотношения, это и общественная значимость, то есть значимость в социуме. То есть здесь мы вот со всех таких точек мы изучаем как бы себя. Ну и, конечно же, в пятом модуле «Я духовная», можно сказать, да, мы рассматриваем там 5 таких больших, великих человеческих проблем бытия. Но если сказать своими словами, вообще «Я духовная», мы занимаемся поиском миссии. Миссии, то есть рано или поздно каждый человек сталкивается с тем, что задумывается вопрос о смысле жизни. Да? Будь у кого-то кто-то в 20 лет, кто-то в 40, кто-то в 60 лет, только, возможно, только задумывается. И здесь именно вот в пятом модуле мы рассматриваем этот аспект и вот занимаемся поиском миссии. Вот в нашем первом потоке было так, что участники, помню, да, нам задавали, что вот и кто-то там не может найти свою миссию, и мы тогда, то есть там были у нас разные практики о том, что миссия — это не то, что что-то такое грандиозное, миссия — это просто для кого-то, возможно, миссия — это быть там просто мамой, да, для кого-то профессиональная реализация, для кого-то какая-то, может быть, что-то, какое-то большое дело в обществе, и здесь, в этом модуле, каждый человек находит для себя свою такую для себя важную миссию. Да, здесь, что дает обладание этим продуктом? Ну, я не скажу сразу, да, точнее, да, скажу, что жизнь как бы, мы не говорим о том, что ваша жизнь кардинально изменится. Нет, жизнь кардинально не изменится, просто наша основная цель такова, чтобы человек, ну, как бы все у него так по полочкам, да, разложилось, чтобы все было поструктурно, чтобы стало все просто, и человек, как сказал сегодня Владимир Васильевич, чтобы человек просто наслаждался жизнью тем, что у него есть. Поэтому те, кому, да, здесь у кого не получится, да, если человек хочет
да, наш курс состоит из видеолекции Владимира Васильевича, также у него есть задания каждому уроку у нас, и поэтому, у кого не получится, кто просто хочет послушать и ничего не делать, как бы, да, то, к сожалению, в этом случае у вас не получится, да, возможно, вам, может быть, еще, ну, как бы, не сейчас, может быть, вам нужно, как бы, вот. А те действительно получат те, у кого, кто готов к переменам, потому что даже придя на этот курс, даже на любой курс, мне кажется, когда вы приходите, будь то онлайн или живой офлайн тренинг, важно, когда ты весь свой опыт оставляешь в стороне и приходишь как с чистым листом, если ты готов что-то получать. Если ты готов получать все новое, да, пропустить через себя, ты получишь. А если ты через призму, конечно, своего опыта, то, возможно, ты не получишь то, что ты, ну, как бы, не получишь то, что тебе дают. То есть здесь нужно быть готовым к переменам, да, что ты должен быть готов, как бы, к действию, делать, потому что очень много различных практических заданий. Вот. А что касается наполнения продукта. Давай расскажу. Наполнение продукта здесь более такая техническая часть. Смотрите, из чего состоит? Это видеоуроки. Это 25 видеоуроков, записанных Владимиром Васильевичем, где вот вы также вот вы сможете приобрести, не знаю, даже сегодня за 30 минут буквально, да, мне кажется, он всю аудиторию зарядил, это было прям вот даже онлайн чувствую, я вот, например, чувствовала эту энергетику нашей аудитории, что все прям такие наполнены любовью, наполнены радостью, вот, у вас будет возможность 25 раз послушать его вот так, получить уникальные его знания, вот, уроки, так, записанные уроки, и плюс еще есть видео-бонусы уроки на выходные. Домашние задания, тоже, которые мы подготовили вместе с Владимиром Васильевичем, там прям все подробно описано. Домашние задания даны для того, чтобы, как бы, было, чтобы вы пришли к своему результату, да, чтобы вы не просто прослушали, но чтобы вы обязательно проработали это все. Более того, вы высылаете это все, вы еще получаете обратную связь, что вообще, как бы, считается очень таким, ну, как бы, немаловажным фактором, да, вместе с, как бы, опять-таки, с Владимиром Васильевичем мы постоянно в контакте, и постоянно вот вам будет высылаться вот эта обратная связь, вот, поддержка в виде нас, кураторов с Румией. У нас будут совместные мастер-майнды, у нас совместные встречи с участниками. Помимо того, что вот этот, опять-таки, онлайн-курс, у вас, вы будете слушать лекции, вы будете работать с вашими заданиями, да, еще вы будете встречаться в группах. Группы будут два, ну, как бы, парные, группы будут там, мы поделим вас на группы, на 4 группы, и постоянно у вас будут разные напарники, и здесь вы тоже будете постоянно работать, постоянно будет идти у вас проработка, будете получать этот фидбэк не только от нас, не только от Владимира Васильевича, но еще и от ваших одногруппников, да, тех, кто с вами, вот, поэтому здесь вот почитайте обязательно наши отзывы с первого потока, кто у нас был, для них, кажется, может быть, сейчас на данный момент это кажется не таким уж важным, но для них они все очень сильно оценили вот этот вот момент групповой работы, он был очень важен, и на самом деле, когда вы на офлайн-тренинге находитесь, иногда, ну, как бы, в силу того, что время сжато, иногда мы не до конца быстренько-быстренько пробегаемся, да, а здесь как бы времени довольно-таки достаточно, поэтому все можно проработать очень так детально, глубоко, вот. Да, здесь можно я еще добавлю о том, что наши обычно групповые работы все у нас на выходные, поэтому всегда мы заранее обговариваем участники между собой, что, ну, чтобы такое удобное время для всех найти, поэтому у вас очень много времени, и я, помнишь, Камила, у нас с первого потока наши участники говорили о том, что случайность не случайна, и насколько в парных работах, в групповых работах, да, они встречались с такими напарниками, которыми вот действительно вот такой мощный резонанс проходил, и вообще такие вещи интересные были. Действительно так, да. Встречи с учителем, опять-таки, где вы сможете задать Владимиру Васильевичу дополнительные вопросы, поделиться какими-то своими мыслями, комментариями. В общем, будут еще и такие встречи, групповые встречи, вот я рассказала в работе группы. Доступ к базе знаний. У вас будет доступ к базе знаний ко всем трудам Владимира Васильевича, книги, статьи. В общем, если что-то вы еще хотите дополнительно там углубленно почитать, ознакомиться, все это есть в базе знаний. Там, я даже не знаю, там сколько там у нас всего-всего, очень много. Там вам хватит еще на долгое время вперед. Вот, все это как бы входит в стоимость курса. Сообщество единомышленников —
тоже очень немаловажный фактор. Это вот, как мы говорили, работа в группе, да, и дальше вы уже, когда вы друг к другу привыкаете, например, на первых встречах они у нас были такие немножко холодные, да, а дальше, когда люди уже проработав друг с другом, они уже стали друг другу, вот, ну, не, все идут к одной цели, да, у всех есть какие-то общие запросы, все пришли на этот курс, все идут к одной цели, и все друг другу вот прям такая была теплая, такая дружеская, братская поддержка. И вот это сообщество, оно вообще, это вообще такая наша большая цель нашего, нашей школы в целом, чтобы мы собирались вот все, все вот здесь все в теме саморазвития, да, все и собирались в такое сообщество, где каждый, например, когда ты один, ты идешь к чему-то, тебе иногда, не знаю, легче сломаться, где-то вообще сложнее, да, а когда у тебя всегда есть рядом поддержка, вот, например, моя поддержка всегда — это Румия. И сейчас мы как бы вот обрастаем, да, можно сказать, или как вот вокруг себя больше и больше людей, которые двигаются именно с нами в нашем направлении, у которых такие же цели. И вот здесь вы тоже приобретаете такое сообщество. Мы, на самом деле, до сих пор, ну, вот у нас был, есть чат, мы общаемся в этом чате, мы делимся информацией, мы друг друга поддерживаем. Многие вот, вот эти проекты изобилия ставили, как бы, когда рассказывали о своих проектах изобилия, кто-то стартует, мы все это поддерживаем. В общем, вот такая идет мощная работа, мощная поддержка, что вот, ну, тоже не, очень немаловажно. Современный и увлекательный процесс обучения. Здесь мне бы хотелось сказать о том, что часто онлайн, говорят, когда онлайн-курс, почему многие не хотят проходить, все кажется, вот я сяду перед ноутбуком и посижу там 20-30 минут, 40 минут, и все, да, и как бы сидел один на один, так и сижу. Нет, здесь мы максимально включаем, как бы я сама, я занимаюсь, я научно исследую эту тему, онлайн-образование, и здесь мы включаем максимальное количество вот таких вещей, чтобы вам было интересно, потому что иногда говорят онлайн-образование, и он как игра, да, где-то в каком-то плане. И здесь мы тоже очень много таких фишек включаем для того, чтобы вам было очень интересно проходить этот курс, да. Вот, у вас есть дополнительный доступ к урокам, помимо, когда у вас даже после того, как закончится сам курс, еще на дополнительное время вам будет продлен доступ, и вы можете потом снова вернуться, что опять-таки большое преимущество, да, онлайн-образования, потому что вы можете снова послушать, какие-то получить новые инсайты. В общем, Владимир Васильевич будет с вами еще на протяжении долгого времени. Вот. И закрытый чат — это чат, где вот мы общаемся с группой, общаемся между собой, чат в Телеграме или в WhatsApp. Так. Да, можно тогда я еще добавлю тогда. Вообще, когда идешь на любой курс, в первую очередь, да, ты всегда смотришь, ну, как бы лично я, да, или любой человек, я надеюсь, тоже смотрит в первую очередь на эксперта, кто ведет, да, этот курс. Поэтому в нашем, у нас это курс Владимира Васильевича, я думаю, что его... о его регалиях просто это можно говорить и говорить, действительно. В том году я впервые попала на конгресс Владимира Васильевича, и тогда приехало очень много его учеников, и я поняла для себя такую мысль, что вот разговаривая с ними, что очень многие приезжают к нему просто, чтобы зарядиться этой энергетикой Владимира Васильевича, что вот бывают выпуски там даже там 80-го года, 90-х, все приезжают просто, чтобы попасть в это пространство Владимира Васильевича. И действительно, даже сегодня, да, мы все так зарядились его энергией, просто 5 минут достаточно, чтобы зарядиться энергией Владимира Васильевича. Ну и, конечно же, тогда немножко расскажу быстренько, прежде чем переступить к пакетам, еще и про нас, потому что мы непосредственно являемся вместе с Камилой кураторами, и чтобы было такое доверие к нам, да, потому что все равно про нас мало где что-то сказано. Вот, а вот Камила, как сказала, она на докторантуре непосредственно изучает онлайн-образование, да, онлайн-лёрнинг, и здесь у нас ну, на мой взгляд, это очень такая у нас с Владимиром Васильевичем такая хорошая уникальная команда, можно сказать, потому что Владимир Васильевич, как эксперт, да, который практически 80%, можно сказать, этого курса, да, является составителем этого курса, да, то есть те знания, которые несет Камила со своей стороны, да, то, что вот занимается, научно занимается именно онлайн-образованием. И я, да, здесь как бы такой с психологической точки такой стороны, потому что я сама
являюсь практикующим психологом, у меня вот уже стаж более 3 лет, на протяжении 7 лет я являюсь преподавателем в университете, также являюсь ведущим тренинговых программ, курсов повышения квалификации для психологов. Вот. Ну, то есть у нас такая уникальная команда, мы с разных сторон всегда готовы работать, поддерживать, и мы нацелены на результат наших участников. Для нас это самое-самое главное. Вот, и, наверное, приступим к пакетам курса, да? Да, давай расскажем про пакеты. Наверное, самое главное, зачем вы все до сих пор с нами. Спасибо, что уже как бы мы немножко даже затянули, Владимир Алексеевич был долго. Так, давай переходим к пакетам курса. У нас есть 2 пакета, пакет с куратором и пакет с учителем. Так, значит, в пакет с куратором у нас входит вот то, что я сейчас озвучивала. Наполнение курса – это 25 видеоуроков курса, плюс видеобонусы, продолжительность курса 5 недель. Старт у нас, кстати, 18 мая, это уже в понедельник. Проверка домашних заданий, поддержка менторов. У нас совместные мастер-майнды, у нас встречи с Владимиром Васильевичем, групповые встречи, доступ к базе знаний, о которой говорила, это сообщество единомышленников, вы приобретаете закрытый чат и доступ к урокам на 2 месяца. Все, весь этот, как вы видите, такое большое наполнение на пакетах, все входит в пакет с куратором, который называется. И есть пакет с учителем, в который входит все, о чем я только что перечислила, плюс входят 2 индивидуальные скайп-сессии с Владимиром Васильевичем, входит более, как бы еще более такая детальная обратная связь от кураторов, и еще будут дополнительные бонусы от Владимира Васильевича, которого он оглашает непосредственно потом уже на курсе. Вот. И пакеты по стоимости. Значит, вообще наша стоимость была как бы изначально 10 тысяч рублей. Это был пакет с куратором 60 тысяч тенге, да? Сейчас мы его продаем за 8500 рублей и 50 тысяч тенге. Пакет с учителем, соответственно, 28 тысяч рублей была его стартовая цена. Сейчас мы его продаем за 26 тысяч рублей. И точно так же в тенге. 170 тысяч и 150 тысяч мы продаем его сейчас. Но мы говорили, что для всех участников вебинара у нас обязательно будут скидки, обязательно будут бонусы. И вот сегодня для всех, кто был на вебинаре, кто участвовал, для вас вот такое хорошее предложение. Вот пакет с куратором, он был 60 тысяч тенге. Сейчас вы можете его купить, приобрести со скидкой 15 тысяч тенге до 45 тысяч. Точно так же в рублях. Это было 10 тысяч рублей, и у вас получается 2500 скидка, да, 7500 рублей. И точно так же пакет с учителем. 170 тысяч тенге был, 145 тысяч тенге сейчас его стоимость, и 25 тысяч 500 рублей, 28 тысяч рублей, и вот сейчас вы можете его приобрести за 25 тысяч 500 рублей. Такое очень хорошее предложение. Цены мы специально вообще, мы планировали после первого курса потока, так как был, ну, спрос был большой, мы хотели поднять цены, но с учетом того, что сейчас как бы нынешней ситуации, да, и этого кризиса, мы все оставили как есть. И есть еще супер классная новость, самая вкусная цена для самых таких решительных, только для тех, кто вот в течение 2 часов оставит заявку на курс, и дальше вы ее можете оплатить в течение дня завтрашнего, в течение 24 часов. Вот, пакет с куратором вам достается вообще со скидкой вот в 20 тысяч тенге, это 40 тысяч тенге, либо в рублях это будет 6500 рублей. Точно так же пакет с учителем, посмотрите, здесь цена уже 140 тысяч тенге, либо 24 тысячи 500 рублей. Здесь мне еще, знаете, хотелось сказать, вот здесь же написано для самых активных, для самых шустрых. Вообще я, на самом деле, придерживаюсь такого, когда-то кто-то мне подсказал такое, ну, не правило, а как вот такая фишка, да, вот, например, какой-то приходит, какая-то мысль или что-то ты хочешь там о чем-то подумал и считаешь до 5, и если вот как бы то, что первое к тебе приходит, вот 1, 2, 3, 4, 5, да, хочу этот курс, да, значит, ты действительно, твое внутреннее желание, да, значит, ты хочешь этот курс, а дальше уже навязываются какие-то, не знаю, какие-то стереотипы, какие-то что-то еще, какие-то вещи, и потом ты начинаешь, уходишь в этот долгий процесс размышлений, вот, поэтому как бы я вот в последнее время, и это действительно мне помогает. Это прям самое-самое внутреннее желание мое. Поэтому тоже почитайте до 5, и если вы хотите прийти на наш курс, то самое выгодное предложение — это вот оставить заявку в течение 2 часов, и у вас будет самая-самая вкусная цена, самая-самая классная.
Вот. И еще раз, это пакет с учителем вы можете приобрести за 140 тысяч тенге, либо за 24 тысячи 500 рублей. И пакет с куратором – это 40 тысяч тенге, либо 6 тысяч 500 рублей. Вот, вот все, что вы видите опять по наполнению, если нужно будет пройтись, как нужно оставить заявку на участие, нужно либо написать к нам на почту, либо сейчас в чат, я вышлю ссылку, где вы можете так, где вы можете оставить заявку, где вы можете, самое главное, посмотреть еще раз по наполнению курса, все, все что туда входит, и оставить заявку. Заявка придет к нам на почту, либо можете сами напрямую написать на почту о том, что вот, все, я с вами, я оставляю заявку, и в течение 24 часов оплатить стоимость, и как бы все, и вы с нами, с Владимиром Васильевичем, вы в нашем втором потоке. Вот, вот, в целом, да, по ценам, по пакетам, по наполнению. Да, еще хочу сказать, что у нас обязательно будет после прохождения этого курса мы вам выдадим сертификат. Владимир Васильевич лично сам подписывает, да, сертификат от МАПН. Поэтому те, кому, возможно, нужно, у нас просто в начале, да, когда вот первый поток мы запускали, очень многие спрашивали, и мы решили прям внести, что после окончания мы выдаем сертификат. И действительно, ну, на наш взгляд, это у нас очень такой уникальный, да, наш продукт, потому что, во-первых, наш эксперт Владимир Васильевич, да, во-вторых, наша нацеленность вот со стороны как эксперта Владимира Васильевича, так и нас, кураторов, действительно, которые нацелены на ваш результат. Поэтому если вы готовы работать, то мы готовы работать с вами и готовы работать до результата. Для нас это самое-самое важное. Как бы это одна из таких основных принципов нашей школы вообще и нашей концепции в том, что мы работаем до результата. И вот как Камила вначале сказала, что это действительно приобретение сообщества единомышленников, когда ты идешь не один, когда ты идешь вместе, когда ты понимаешь, что где-то иногда ты хочешь там, ну, иногда ты устаешь и не хочешь проходить, но нет, у тебя есть парная работа, групповая работа, и ты не можешь подводить своих одногруппников, поэтому ты работаешь. Буквально я вот несколько недель назад принимала участие в одном тоже онлайн небольшом курсе, и там было то, что тоже были задания, и я выполняла задания, когда, и мне автоматический ответ приходил, и тогда я поняла, что мои ответы никто не проверяет, и мне тогда стало так грустно того, что я пишу такие ответы, и мои ответы не проверяются, то есть проверяют машина, техника. В нашем случае у нас есть от каждого задания, у нас есть обратная связь от нас лично, где-то есть от Владимира Васильевича в каких-то вот других групповых работах. Вот, поэтому здесь мы лично будем все сами все курировать. Ну и, конечно же, привлекательная стоимость нашего курса. Вот, поэтому, если интересно, еще раз можете посмотреть, да, вот окончательно наши уже цены для пакета как с куратором, так и для пакета с учителем. Да, и все, что. Если у вас есть какие-то вопросы, кстати, задавайте, да, может быть, по ходу возникли какие-то вопросы. Вот вы можете посмотреть наши отзывы. На нашем первом потоке, вы знаете, участники, они были вообще очень-очень разные. Они, кто-то, вот видите, Ирина Суоми, это кандидат психологических наук, в общем, женщина, которая в психологии уже давно, да, человек, который давно. И вот, как бы, каждый из них находил свое, да, то, что находил в курсе свое. Вот здесь вот у нее такой самый, наверное, потому что она такая уже умная, с таким большим громадным, да, опытом. С таким опытом, да. Она прям очень четко дала характеристику, очень четко описала наш курс. Вот, вы можете ознакомиться. Также по ссылке, которую я скинула, там тоже вы можете детально почитать для себя. Вот, вот, например, Ирина Соми, да, были такие участники, которые совсем как бы не из сферы психологии, да, которые вот тут просто вот пришли, ну, как бы никогда даже, в принципе, и на тренинги сильно не ходили, тем более на онлайн. Но как бы и они, человек, вот, может быть, далекий от психологии, вот, например, Гульнара писала, да, она нашла для себя, вот, нашла то, зачем пришла, она получила даже больше, и у нее прям были, ну, прям было невероятно приятно получать от нее отзывы, она ей написала, она ей позвонила, и прям, и вот вы только что видели, она задавала вопросы, в общем, она
Хотя она видела Владимира Васильевича тогда вообще первый раз, да, по-моему, она до этого никогда с ним не видела. Да. Вот, и теперь вот все, она в числе его учеников, в числе его последователей, да? Да. Вот. Здесь еще Камила, давай, расскажи, пожалуйста, про удочку, про нашу такую акцию, которую мы с Камилой придумали. А, да, кстати, расскажу про эту акцию. Возможно, вы тоже поделитесь с кем-то, может быть, вы будете сами из этой аудитории. Мы вообще наши как бы такие принципы, мы всегда за то, чтобы помогать, да, помогать людям, которые нуждаются. Помогали мы всегда разными способами, например, там, не знаю, когда-то деньгами, чем-то еще. Но сейчас, в последнее время, мы пришли к тому, что вообще, когда ты помогаешь, правильнее помогать, это вот дать не рыбу, да, чтобы человек разом насытился, а дать ему удочку, да, и чтобы он постоянно вот получил какой-то навык конкретный и дальше вот постоянно кормил себе этим, да, чтобы он сам себя мог прокормить. И поэтому мы вот подумали, то, что сейчас в наших руках, да, это мы можем предоставить доступ на курс. В первом потоке мы тоже давали такой доступ, но тогда вот почему-то не получилось там с одной организацией мы работали, но они как бы, наверное, в связи с тем, что был кризис, начался как раз вот коронавирус, и, в общем, не получилось немножко. Вот теперь мы решили сделать это открыто. Вот мы объявляем о том, что 2 места на курс мы предоставим практически бесплатно. Будет очень символическая цена, но цена нужна лишь только для того, чтобы человек хоть что-то вложил, потому что когда человек вкладывает, он обязательно отдается, да, нежели он просто получает бесплатно. Потому что вот таких бесплатных там марафонов всего куча, но мы все никогда ничего не доводим их до конца. Вот. И здесь, если есть, может быть, вы, может быть, кто-то из ваших близких, да, кто сейчас находится, может, в каком-то, ну, вот хочет каких-то изменений, не обязательно он находит, может быть, он в кризисе, может быть, он хочет изменений, может быть, он хочет проработать себя по всем этим категориям, которые мы говорили, вот, но у него нету сейчас возможности. Он тогда может написать нам на почту, либо на почту, или на телефон, или в наши соцсети о том, почему он хочет участвовать, почему именно он, почему мы должны его выбрать. И в воскресенье мы вот из всех, ну, кто подаст заявки, из них, из всех мы отберем 2 человека, которые вот будут, ну, как бы участвовать в нашем курсе, ну, практически без, ну, можно сказать, это бесплатно, да, вот, и это вот такая наша помощь, и мы действительно хотим, чтобы, как бы, нести, во-первых, нести вот это развитие, нести, давать эти возможности всем, да, не только вот прям, чтобы у всех был к этому доступ. Надеюсь, в будущем, когда мы будем станем больше еще, у нас будет возможность давать таких курсов больше. Вот поэтому, если кто-то есть из вашего окружения, или это вы сами, обязательно попробуйте, да, попробуйте. Да, и нам нужно просто написать действительно, почему именно вы, да, почему вы именно нуждаетесь в этом курсе, да, и почему вот для вас мы, ну, как бы, это место ваше. Буквально пару слов, пару предложений написать, да, может быть, действительно сейчас такая возможность, когда вам, возможно, нужен этот курс, но вы действительно не можете позволить себе, как бы, поэтому вот мы будем рассматривать все заявки. Uh-huh. Да, может быть, еще есть какие-то вопросы, вот Анна, да, как получить это место, Анна, мы ответили на ваш вопрос, да, может быть, еще какие-то, если, может, что-то непонятно. Угу, пока да, она пишет. Да, пока быть. Да. Ага. Вот если есть вот такие вопросы, ну, как бы стандартные вопросы, да, как оплатить программу, вы оставляете заявку по той ссылке, и мы вам высылаем реквизиты, и вы как бы оплачиваете. Можно оплатить программу частично, тоже есть такая возможность, мы можем рассмотреть, в общем, вам нужно написать, и мы с вами обговорим это все. Если я не буду успевать и пропущу часть программы, как бы это тоже не так страшно, потому что, ну, это, во-первых, онлайн, да, у нас были ребята, один мужчина, он присоединился уже на 2-й неделе к нам, вот он захотел именно в первый поток, мы ему предложили дальше, он говорит, нет, первый поток, но он очень быстренько все догнал и как бы влился в группу и довольно успешно прошел курс. Вот. Можно оплатить сейчас, а начать в течение месяца. Да, конечно, можно. И
Я хочу, но боюсь, что не хватит времени. Да, как бы здесь вот я говорила о том, что это онлайн. Здесь вот как раз один из отзывов, там, посмотрите у Григория. Он, например, очень занятой человек, но вот он говорит о том, что он очень много тренингов у Владимира Васильевича проходил, но вот здесь что классно, говорит, то, что вот время, ну, как бы времени больше. Есть не только то, что времени больше на домашнее задание, а вообще поразмышлять, да, надо, потому что вроде бы лекции, например, там, они получасовые, но в них такой концентрация, трат заложен, знаете, столько прям, Владимир Васильевич, у него уникальная есть возможность все это вот прям хорошо это так упаковал, что и столько вот мыслей, и хочется над ними поразмыслить, и у тебя есть для этого время, у тебя есть, поэтому здесь это онлайн-формат, у вас всегда хватит, ну, как бы у вас всегда будет на это время. Писать на почту, да, вот она, можно писать на почту, можно в соцсети, без разницы куда, мы везде онлайн, вот посмотрите, либо нам в Инстаграм, Фейсбук, либо можно написать на почту. Вот, и потом в воскресенье мы объявим, да, вот эти два места. Да, Евгения здесь пишет, как-то можно получить. Да, Евгения, оставьте свою почту, и мы вам после вебинара вышлем ссылку на запись первого вебинара, как быть в потоке, как кризис быть в потоке денег. Да, обязательно, конечно, ага. Так, ну, в принципе, у нас в целом все, да, Румиш? Да, у нас все, в принципе, да, вроде бы мы все если сказали. Какие-то вопросы у вас есть еще? Как-то может быть запись. А, все, ага. Если есть какие-то вопросы, оставайтесь. Можно, если как бы если вдруг возникнут вопросы, вот вы можете задать нам в любое время. Мы всегда на связи. Так, Евгения, обязательно вышлем вам книгу. Да. Всем, кому мы тогда ее не дослали, тоже вот. Да, если вы сейчас, если у вас нет этой книги, если вы в прошлый раз ее не получали, тоже, пожалуйста, оставьте свою почту, мы вам вышлем книгу Владимира Васильевича. Да, «Психология успеха», просто в прошлый раз из-за технических проблем, к сожалению, к письму рассылки не прикрепилась книга, поэтому если кто хочет получить, тоже напишите на нашу книгу, и мы вам вышлем в электронном варианте книгу Владимира Васильевича «Психология успеха». Угу. Да, книгу не получила, хочу получить. Хорошо, Евгения, мы записали, я запишу сейчас прям, и вам вышлем после вебинара обязательно и книгу, и ссылку на вебинар обязательно. Так, ага, Анар, вам тоже, да? Ага, Елена, книгу. Хорошо, обязательно вышлем. Да, все, книгу мы всем вышли, вышлем. Ссылку еще раз вот сюда я оставлю на страничку, где вы можете еще подробнее посмотреть про курс, почитать отзывы, подумать, решиться и присоединиться к нашему курсу. Да. Присоединиться к нашему курсу, который стартует уже в понедельник. 5 недель. Ну, думаю, на этом все. Спасибо огромное всем, что вы были с нами. Спасибо большое, да, что были с нами до конца. Да, подписывайтесь на наши странички, здесь всегда будет информация о том, о всех наших вебинарах, которые мы проводим, все, чем мы занимаемся, вот, и всегда будете тогда в курсе. Анна, мы вас тоже благодарим, спасибо огромное, очень приятно получать такие отзывы, очень классно, что вам тоже вот нравится, и вот здесь прям многие оставляли отзывы, спасибо большое. Ну и до встречи на вебинарах, на тренингах. Да, до встречи на курсах. И на сессии, да, на курсах, да. Давайте, всем да. Счастливо, всем приятного вечера, до свидания, до новых встреч. Все, всем пока-пока. Так, все, мы завершаем нашу конференцию.